Всем привет! Значит, решил сегодня запилить небольшой анонсик. Ко мне в руки попал вот этот вот четырехтомник венгерского кровельщика Ласло Санта. Значит, четыре толстенных тома. Реально, это огромная энциклопедия. Просмотрел бегло, мозг взорвался. Сразу же отказался от идеи сделать обзор на все издание. Буду изучать постепенно и потихонечку выдавать обзоры по каждой книге. Фантастическое издание. Вот, на первый взгляд, издание просто фантастическое. Ничего подобного на русском языке не было, да и на других не знаю. И огромное спасибо тем людям, которые посодействовали изданию этих книг в России. Это Андрей Солнцев и Владимир Александрович Шестлер. Отдельное спасибо Владимиру Александровичу за то, что эти книги попали ко мне. Все, ждите обзоров. Всем пока.